где надо нажать. Согласен, то есть тут мы насчет вот этого опыта эксплуатации, конечно, работаем над вот догадайтесь, доработкой что тут нужно дизайна. Даже. Да. Ну, часто вы знаете, как нужно дизайн. Да, умный дом. Собственно, здесь заведено все оборудование, можно также добавлять и убирать оборудование. Есть раздел охрана, где мы можем просматривать камеры видеонаблюдения с придомовой территории. Какая сейчас тут температура у вас? Он показывает 21,3 градуса. И штору закройте, вот там, которая. Штору закрыть. Она открыта, закрыта сейчас? Она сейчас закрыта, показывает. Да, правильно показывает. Да. Нажали? То есть для чего-то мы можем не только получать... Поехала. Куда он назад-то поехал? Я сначала нажал закрыть, потом нажал открыть. Видеонаблюдение может вести абсолютно любую IP-камеру, если важно. Ну-ка, давай. Чтобы IP-камеру появится улучшение. Митя, потом что собираете? С камеры. У нас как бы вырабатывается... Не нажал. Нажали, нажали. Ну, давай. Давай, поехала. Не порт нам видео, давай, давай. Вас не слушают. Что она там? Закрыта, открыта? Закрыта. Вообще она тут не работала. О, поехала. Видео с домофона. А доступ тут какие-нибудь куды есть? Все, которые, кроме домофонов. Кроме домофонов есть возможность открыть ворота, шлагбаумы. Но это здесь с помощью каких? Ну вот здесь есть ворота, да. То есть он тут он просто сейчас настроено так, что пуш отправляет открыть или не открывать. Может заведено быть шлагбаумы, ворота различные. У нас есть. Это любые контроллеры сетевые? Ну, какие? Или это с помощью ваших устройств? Практически любые. Если мы говорим о шлагбаумах, то есть любой контроллер, у которого есть сухой контакт, может быть также через наш реле подключено. Либо если у контроллера есть возможность выхода в сеть, то мы можем к контроллеру напрямую подключиться. Там есть контроллеры, у которых есть гейт, допустим, там, или Сигур, или Iron Logic. Вы там Z5R Web? Да, Z5R Web у нас интегрирован. То есть мы можем использовать, взять ваш софт, подключить к нему Z5R Web и вообще ничего вам не платить и уже пользоваться, правильно? Если вы для себя, то как часто, ну да, можно так сделать. Если мы говорим об интеграции дома целиком... Недели распродаж, то есть мы по максимуму сейчас их распродаем, потому что нас... Я так понимаю, стандартный модуль. И розетка, и выключатель. Розетник вставляется, канальная релешка, можно скрытый монтаж, собственно, управлять домом, освещением, питанием. Так. Куда вся вот эта беспроводная штука подключается? По какому стандарту? Zigbee здесь сейчас. Zigbee, да? То есть частота сколько там? 2,4, рядом с Wi-Fi. То есть только прямая видимость, правильно? Нет. Нет? До 100 метров прямой видимости, там 25 с учетом одной стены. Все, что от 220 является ретранслятором, то есть можно увеличивать разницу. Ну, набор стандарт, смотрю, датчик протечек, датчик двери, розетки, модули я не вижу в розетке, где-то, наверное, есть они, да? Ну, модуль, который встраиваемый, не такого типа розетки? Нет, пока нет. Пока нету, да? Вот, это что такое? Это датчик движения. Датчик движения в таком виде. Это температура, датчик дыма. Датчик дыма. Он же бывает СО и СО2 еще. Угу. Это метан пропан. Так. Это сирена. Это пультик. Бывает 4 клавиши. А исполнять-то чем? Исполнять розетка. Так. Лампочки. Лампочки это умные лампочки. Лампочки, да, тоже как бы
Они двух видов есть. Вот этот свидетель непосредственно. Так, сколько тут ватт? 8, нет? А? Сколько ватт? 7. А, не 7 и 8 там, конечно. 800 люменов. Вот видите, вот. Ой. Она светит зеленым светом. Это сейчас она зеленая. А почему я включил, она зеленым засветилась? Она и светила зеленым, когда была включена. Нет, она была, значит, не вкручена. Это специально, то есть они должны работать как обычные лампочки. Если вы обесточиваете, подаете питание, она сразу включится. Угу. Так. Ну, собственно, так как это лампы Zigbee, они могут... То есть если я ее выключу, включу питание, она включится? Смотрите, две истории. Первая, она у вас постоянно под питанием. И вот мы ее вот через приложенечко выключаем-включаем. Так. Ну, допустим, бабушка у вас не примет технологию, она обычно выключателем пользуется, она тоже будет работать. Mm-hmm. То есть она обесточит, включит. Почему она зеленым светит? Мы там свет выбираем, да? Да, да. Вот эти лампочки цветные, то есть у меня есть. Просто белым включить? Ну, мерцают они очень так сильно. Они желтым, да, как светят? Да, вот эти, они от теплого до холодного. Вы можете любую лампочку выключить из этих верхних? Но у нас вот две, вот две вот эти. Ну, это вот мы выключаем? Допустим, давайте ее сделаем тепленькой. Тепленьким стало. Да, тепленькая. Так, хорошо. С кем из умных домов вы интегрированы? Ну, скажем так, ваш протокол, к нему можно что-нибудь еще подключить? Не ваше. Можно, любой зигбишный можно. Любой зигбишный, да? Ну, понимаете, Zigbee именно хорошая Zigbee. Есть просто китайцы, если вы что-то на Алиэкспресс покупаете, они очень плохо Zigbee готовят. Ага. То есть, если вы купите лампочку Philips Osram, она сюда хорошо зайдет. Ну, то, что в России, так, понятно. Там самсунговские есть, Xiaomi Zigbee, да, то есть вот оно тоже, оно, в принципе, нормально. Я понял. Ну, Xiaomi так, там а с разными там, ну, смотрю, вас Алисы не вижу я нигде. На есть мы просто не привезли. Да, у всех есть, но она тут не работает, но у всех есть. А вот у вас тоже все интегрируется, да? Со всеми такими системами. Алиса, включи свет, она...